Всем привет! Сегодня решили выйти на вечернюю прогулку в Олимпийский парк с детьми, на велосипедах покататься, на площадку. И что мы здесь видим? Людей, просто куча людей. Буквально неделю назад мы ходили по парку, никого не было. Можете посмотреть видео, неделю назад я выкладывал. Фонтан, к удивлению, начал работать раньше времени. Писали, что он до 1 числа закрыт, но он уже сегодня работал. Первую часть представления уже только что отыграла, мы ждем вторую. Вот такая вот ситуация сегодня. Кафешечки открылись, люди катаются, гуляют. Вот он фонтан. Вернее, это факел, а фонтан находится прямо под факелом. Если кто-то еще думает, что Сочи закрыт, и никак не решится ехать или не ехать, вот смотрите. Людей у нас уже много. На горизонте летит самолет. Ладно, мы ждем представления. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-то интересно или хотите обсудить. Будем очень рады. Вот уже который год музыкальное сопровождение фонтана одно и то же, но нам, местным жителям, совершенно не надоедает. Это музыка. Каждый раз приходим сюда погулять с детьми, с семьей, наслаждаемся этим зрелищем. Можете прийти сами сюда и посмотреть. Мне кажется, это уникальное сооружение, уникальный фонтан. Но разве это не красота? Людей под фонтаном, как вы можете увидеть, очень много. Дистанцию никакую никто не соблюдает, в масках никто не ходит. Вот такая красота! Просто тысячи людей под фонтаном. В общем, вечерний Олимпийский парк – это довольно-таки прикольное занятие. Сходить, развеяться можно, интересно провести время. Если скучно просто ходить пешком, можно взять в прокат какое-нибудь транспортное средство. Электросамокат, велосипед, что угодно. Либо вас просто покатают на рикше. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки. Всем пока!